Роза? Роза, где ты? Я здесь, мама. А что ты там делаешь, дорогая? Я поймала 12 светлячков. В воздухе какая-то тревога. Это Асунта. Асунта. Ветра нет, а все в движении. Что-то не вижу. Да и ты, наверное, тоже. Не видишь, потому что не видно. Но покоя все равно нет. Я слышу шум звезд. Ава Мария, пьер де грация, сеньора Этего. Ты слышишь шум звезд? Ава Мария, пьер де грация, сеньора Этего. Ту сей бенедетта фра ле донне, бенедетта иль фрутто дель вентре туа, Джезу. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora del nostro male. Amen. Термиты грызут дом, вот и все. А что там тащишь в своих этих белых мешочках? Порошок. Чудо-порошок. Брось горсть. Кофе разорил. А зачем? А зачем тебе муж? Мои порошки сделаны из высушенной крови козла. Ой! Чудо-порошок! Только его надо класть вечером в кофе, за ужином, а не утром. Моему Розарио твои порошки не нужны. Вы извините, баронесса. Может быть, ему понадобятся другие порошки? У меня и такие найдутся. Нет. Никакой порошок моему Розарио не нужен. Он ездит на десятитонке, проедет, ставни трясутся. Асунта, оттяни мне пояс, мне тесно. Я тебе правду сказала. А, правду. Правду? Я сама все знаю. Я тебе сейчас такое расскажу. Ты не поверишь. А мне что не скажи, я всему поверю. Я знала, что я зачала в ту самую ночь. В ту ночь я проснулась от боли, что-то жгло меня вот здесь, поверх левой груди, причем боль такая острая, знаешь, как игла. Я встаю, ничего не понимаю, зажигаю свет, открываю грудь, и вдруг я вижу на ней розу. Как у Розарио. Как у Розарио? На мне, на моей груди, его татуировку, тут я сразу поняла, что я зачала. Ну и сама продавай порошки. Ты не веришь? А он Розарио видел? Нет, я закричала, он проснулся, а роза исчезла. Это длилось одно мгновение, но я ее видела. Ясно. Я сразу поняла, что я зачала, и что в теле моем растет еще одна роза. Он поверил? Нет. Он засмеялся, конечно. Он засмеялся, я заплакала. Да, и он тебя обнял, ты перестала плакать. Серафина, что это у тебя все какое-то чудесное? Все у тебя необыкновенное. Чудо какое-то. Поговори с Мадонной. Она же тебе всегда отвечает. Она или кивнет головой, или покачает. Смотри. Свеча. Горит около Мадонны. В ставни дует ветер, пламя колеблется, тени движутся, и как будто Мадонна кивает тебе головой. Она подает мне знак. Ну да, только тебе одной, потому что ты жена барона. В Сицилии все бароны, у кого есть клочок земли и хлев для коз, тот и барон. Неправда. Кавалеры обращались к Винченцо, словали руку при его появлении вот так. А где его дядя-то? Он далеко. А чем он теперь занимается? Бананы перевозит? Нет, не только бананы.
Сверху бананы, а под ними кое-что другое. Что другое? Все. Все, что братья Романа хотят переправить через границу штата, он провозит под бананами. А денег знаешь, стал сколько зарабатывать? Я уже из карманов и валюсь, скоро перестану шить вот эти платья. Ну, скоро тебе придется шить траур. Сегодня ночью он едет в последний раз, все. Завтра конец работе на братьев Романа. Он расплатится с десятитонку, начнет работать на себя, и мы заживем так, как подобает в Америке. Свой дом, свой грузовик, в доме будет все, все, все. Все электрическое. Плита, холодильник, телевизор. Только останься со мной. Не могу. Сердце в горле застряло. Не могу и все. Вот так и буду задыхаться. Пока грузовик не остановится перед домом, пока не повернется ключ в замке, он влетит. Я его позову. Он меня передразнит. Кто там? В волосах осунут. Розовое масло. И когда я просыпаюсь ночью, то вся эта комната, весь этот темный воздух, все, все наполнено запахом роз. И когда я с ним, то мне всегда кажется, что вот это впервые. Время не движется. Тик-так, тик-так. Ты говоришь, часы лгут? Ну какие часы, какие часы? Я их никогда не слушаю. Мои часы — это мое сердце. Оно никогда не говорит тик-так. Оно говорит: я люблю, я люблю, я люблю. А сейчас вообще во мне два сердца. Они оба говорят: я люблю, я люблю, я люблю. Выпей вина. Не успеешь допить, как он уже будет в твоих объятиях. Нет. Не могу. Сердце в горле застряло. Слишком большое сердце. Вот оно и застряло. Останься со мной. Нет, не могу. Я должна зайти к женщине, которая выпила крысиный яд. У нее было слишком большое сердце. Вот оно у нее все и застревало в горле. Ай! Ой! Какое же все-таки это чудо! Две жизни в одном теле. Не одна, а две. Я переполнена жизнью. Я переполнена жизнью. Мама! 20 светлячков! Девочка, девочка, портниха дома? Мама дома. Иди, скажи, что я хочу ее видеть. Мама, к тебе какая-то дама! Скажи, пусть подождет в гостиной. Эй, это фотография моего мужа. Я думала, это Рудольф и Валентина, только с усами. Вам что-нибудь нужно? Да, я слышала, вы шьете. Да, конечно, я шью. Вы можете быстро шить мужскую рубашку. Смотря какую. Шелк у меня с собой. Шейте рубашку для моего любимого. Завтра годовщина нашей встречи. Ай! Какой материал? Из такого нужно женскую пижаму или сорочку? Нужна мужская рубашка. Рубашка для мужчины такого цвета? Он горячий, не обуздан, как цыган. Ну, женщине не надо специально распалять мужчину. А что, потом такого трудно унять? Но ведь покорный, зачем он ей нужен, верно? Слушайте, вы пришли сюда по делу. Мне все равно, кто там кого из вас распаляет, так я что... Я заплачу двойную цену. Мама! Мама! Черный козел ускакал! Роза, не пускай его во двор! Я заплачу втрое. А если
прошу, $5? 15, 20. Деньги не имеют значения, но чтобы завтра рубашка была готова. Завтра? Как это? Как это? $25, мерку я сняла. Хорошо, хорошо. Пришпильте листок с мерками к материалу, рубашка завтра будет готова. Меня зовут Эстелла Хогенгартен. Билли. Эстелла Хогенгартен. Билли. 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 Роза, иди в дом. Не смотри на ведьму. Не смотри на ведьму! Мама, а почему ты называешь ведьмой? Потому что у нее бельма на глазах и пальцы кривые. Это катаракта, мама, а пальцы кривые, потому что ревматизм. Нет, у нее глаз дурной. Глаз дурной. Пойди быстро, вымой лицо соленой водой. А эту воду вылей. Быстро, 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 Роза. А... Это дурной знак. Дурной знак. Дурной знак. Дурной знак. В доме свет. Я слышу швейную машинку. Серафина работает. В руках у нее розовый шелк. Она слышит наши голоса. Уронила шелк на пол. Схватилась за горло. Кто ей скажет? Отец де Лео. Я думаю, надо пойти женщине. Пусть Асунте скажет ей, что Розарио мертв. Нам не придется говорить. Когда она нас увидит, она сама все поймет. Идемте, сеньоры. Молчите. 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 Только молчите. Молчите, нет! Серафина, пойдем домой. Серафина, ну пойдем. Ну пойдем. Аве Мария, пьеда ди грация, сеньора Этеко. Аве Мария. Пьена ди грация, сеньоре Этеко. Сей Бенедетта, фрале донна, и Бенедетта, и фрутто дель венто фа джезум. Это Мария, мадре де Дио. Прега перное, по которой Одесса иль нопло дель ностре мали. Амен. Серафина женщина сильная. Это ее не убьет. Но в одном я хочу ясности. Тело Розарио нельзя предавать огню. А вы видели тело Розарио? Да, видел. И вам не кажется, что оно уже сгорело? Конечно, сгорело. Когда в него стреляли, грузовик врезался в столб и загорелся. Но кремация – это совсем иное дело. Это мерзость в глазах Господа Бога.
О каких мерзостях вы говорите, отец де Лео? У церкви свои законы. Но желание вдовы следует выполнять. Вы что, не знаете, почему она хочет кремации? Чтобы пепел оставить здесь. Ну, а если это ее утешит? Идолопоклонство. Вот это что? Отец де Лео, людей вы любите, но вы их совсем не понимаете. Они ищут друг в друге Бога. А когда теряют кого-то, они теряют и Бога, и все. Кто эта женщина? Меня зовут Эстелла Хогенгартен. Эстелла Хогенгартен. Зачем вы пришли? Прощаться с телом. Гроб закрыт. Тело видеть нельзя. Уходите. Вдова о вас ничего не знает. Совсем ничего. Зато мы знаем. Уходите. И никогда не приходите сюда, Эстелла Хогенгартен. Вы слышите? Тело изуродовано, изгорело. Да. Видеть там нечего. Да. Уходите. Иди прочь. Это ты послал его к братьям Романа. Уходи. Стойте. Что вы делаете? Остановитесь. Как вы можете в такую минуту? Уходи. Побойтесь Бога. Мой папа умер. Серафина! Серафина! Может, она выйдет, если ты назовешь ее баронессой? Баронесса! Баронесса! Когда она сказала, будет готова? Всю неделю говорила, завтра, завтра. Но вчера я ей прямо сказала. Я ей так и сказала. Я ей говорю, знаешь что, выпускной бал, говорю, будет завтра. А платье надо примерять сегодня. Завтра, говорит, обязательно. Угу. Только повернулась, пошла. Вдруг слышу. Сеньора, сеньора. Поворачиваюсь, дочка Серафина у окна. Роза? Угу. Роза, Роза. Но в каком виде? В каком? Голая. Совсем голая. Сеньора, говорит, позвоните, пожалуйста, по этому телефону и попросите Джека. Джека? Джека, Джека. И передайте Джеку, что моя одежда заперта, и я не могу выйти из дома. Только она это сказала, вдруг Серафина, хватит ее за волосы, оттащила от окна. Оставни прямо перед моим носом, захлопнула. Она вскрыла себе вены! Моя дочка! Она вскрыла вены! Доктора, скорей! Доктора, помогите! Возьмите нож! Она вскрыла вены! Вы понимаете, доктор, скорее! Позовите доктора! Возьмите у него нож!
Пусти меня! Пусти меня! Сюда с тобой не берешь! Вот она так и ходит все время! Она ни разу не оделась с тех пор, как отца убили! 3 года она сидит за швейной машиной, она платье надевает, из дома не выходит, теперь она мое заперла, чтобы ей из дома не выйти. Роза, ну не надо, ну не надо. Я не хочу жить в заперти с горшком пепла. Я сейчас себе не вен перережу, а горло. Нет! Не делает меня! Опять буяны тольяшки! Ты кори! Сэр, я прячу гордишь. Потому что она в школе парня встретила. Понимаешь, Джек, моряка. Совершенно взрослый. Дрянь такая мерзавка! Я боюсь, что у нее что-то случится, понимаешь? Что она уже совершенно взрослая. Знаешь, девочка, я не знаю, как быть с ней. Я вообще так без тебя трудно. Если бы ты знал, как мне без тебя плохо. Роза! Ай, какая красавица, ты моя девочка, ну иди ко мне, ну иди, иди ко мне, ну, хватит все, мир, давай, твой, ну давай, иди сюда, ну, поцелуй маму, ну я прошу тебя. Ой, ну я не могу, ну я просто умираю от стыда. Ой, ну вот все время в этом драном халате, вот она разговаривает с пеплом отца, будто он живой. Мама, ну ты отвратительна. Дочка, разве можно так говорить? Я отвратительна. Ты слышала, что он мне сказал? Нет, ты слышала? Это я. Ты слышала, что он мне сказал? Я отвратительна. Ну, хорошо, извините нас, пожалуйста. Ну, извините, извините, да. Только уходите отсюда все! Без платья! Я кому сказал, уходите! Не уйдем! Дай им платье! Ну, уходите! Платье! А, наконец-то! Наконец-то! Слышишь? Это мне дочь говорит, что я отвратительна. Хорошо, я сейчас пойду на бал. Да, я тебе покажу. Я тебе покажу, как я отвратительна. Розалию, я сейчас оденусь. А, я пойду на бал. Роза! Подожди, девочка, я сейчас приведу себя в порядок, я сейчас оденусь, я пойду на бал, сейчас я тебе покажу, как я отвратительная дрянь такая, подожди, Роза, подожди! Серафина! Серафина! Ну прямо подорезал, там тебе плохо в городе, когда 20-часовой отходит! До станции бежать, у нас всего 15 минут. Только скажите, готовы или нет. Ах, это вы, ради бога, не мешайте, я опаздываю. Дочери, вот я часы куда-то потеряла, свой подарок. Еще полно. Ну, вы слушайте, оркестр играет. Это же так, разминка, послушай, Серафина, блузка. Где блузка? Блузка, девочки, подождите, какая блузка? Ах, блузка, да, блузка. Ах, она не готова, девочки. Мне надо было платье шить к выпуску. Я уж не знаю, как я жива осталась. Ну. Уговор дороже, денег нечего оправдывать. Ну, мне в школу, на. А мне на вокзал в этой блузке. Мы едем на парад американского легиона в Нью-Орлеан. Ах, мать, давай, тут всего 2 шва прострочить, а не сядешь. В торговую палату стукну, да. Живо лицензию отберут. Ну, какую давай, еще лицензию? У меня нет никакой лицензии. Ну, подождите, у меня нет никакой лицензии. У нее нет лицензии. Ничего нет. У нее нет лицензии. Я не знаю. Я не знаю.
Поезд отходит. Ну, черт, все из-за тебя. Вот черт, все из-за тебя. Вот ты будто нарочно на всех плюешь. Вот ты будто нарочно на всех плюешь. Хватит, Бесси, не натруди ноги, они тебе еще пригодятся в городе. Да. Молли говорила, в городе потеха. Кульки с водой из окон гостиницы швыряют. Это откуда же? Вот дурище. Из отеля Монтелеон. Да, он вроде современный. Да. И дела там очень современные творятся. А я слышала, что парни из Легиона поймали одну девку, раздели и домой отправили в такси. Со мной бы у них это не вышло. С тобой, Ха, тебе помогать не надо, сама разденешься. Это ты первая разденешься. Разденешься. Это ты первая разденешься! Тихо, леди. Но все-таки осторожнее выражайтесь. Тут дом католический. Вы находитесь рядом с образом Мадонны и священным прахом моего мужа. Ах, простить? Какой сюрприз? В кои веки нарядилась? Когда-то у ней была приятная фигура. Немного полноватая, в общем, подходящая. Потом засела за машинку, 3 года не вылетала. Вот бока и нарастила. Ничего. С боками сидеть прочнее. Папка! Папка, дурак! Никакого папка, не дурак! Отойдите от моей птицы! Не трогайте, пожалуйста! Папка, я все закончила, пожалуйста! Все, 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 девочки! Все! Легионеры идут! Легионеры! Хорошо, держи. Девочки! Тихо, подождите, девочки. Ну, не надо, подождите, ну. Подожди. Ну, сюда смотрит, ну, крикни что-нибудь. Барлио Франце, он будет разрывать. Я не позволю ничего начать с мерзких разговоров. Это у кого мерзкие разговоры? Тебя послушай. Ой, наглая какая. Да у вас же просто грязь, грязь на языке. Мужики, вы чокнулись на этих мужиках. Зелень виноград. Зелень, а злишься от зависти. Сама зеленая от зависти. Я? Да когда я думаю о мужчинах, я думаю, вот о Розарио, понимаете? Он был сицилийцем, он был мой муж. И мы любили с ним друг друга. Любили от самой первой ночи до самой последней, когда его там на дороге убили. Может, поэтому я не люблю пустых разговоров о мужчинах, о них. А сейчас вся моя жизнь, это моя дочь. Понимаете, я опаздываю в школу на пустую палубу. Я подарок свой куда-то потеряла, часы. Флор, пошли отсюда к черту блузку. Минуточку, я все хочу дослушать до конца. Отстань-то! Отправляйтесь, отправляйтесь, Нью-Орлеан. Подцепите себе там кого-нибудь, только на улице. В моем доме, рядом с урной моего мужа. Мне, например, совершенно все равно, что там за мужчины. Пусть делают все, что хотят, пусть жиреют, пусть лысеют. Его кожу гладкую, нежную, как лепесток желтой розы. Сам он был как роза. Роза! Макаронная! А убили, потому что гашиш под бананами возил. Все мои родные, все батраки, крестьяне. А он ведь был, барон. Я ночами не сплю. Я лежу. Все вспоминаю. Но это счастье. Такое мало кому дано. Даже не то, что мало кому, просто мне. Одной мне. И такое не забывается. Да я ночи сосчитала. Наши с ним ночи. Вы знаете, каждую за 14 лет, знаете, сколько это? Это же 4386. Только с ним. А иногда вообще я
вообще глаз не смыкал. Я прижмусь к ним, лежу, и так хорошо, и так счастлив. Я так тоскую без меня. Вся подушка, она вся мокрая от слез. Да я была бы просто распоследней женщиной, недостойной жить под одной крышей ни с его дочерью, ни с урной его праха, если после того, что у нас с ним было, если после него я бы полюбила какого-нибудь, я не знаю, потного, сытого, лысого, проспиртованного, забывшего, что такое страсть. Я же знаю, как надо. Меня дух захватывает, у меня голова кружится. Отправляйтесь. Вам все равно такого не дано. И пусть вас забросают пакетами с грязной водой. А мне хватит только воспоминаний о любви мужчины, который был только мой. Мой. Ведь кроме меня он не знал никого. Вы знаете, что он же не знал никого, он знал только меня. Одну меня. А мне известен человек, который мог бы кое-что порассказать, и ходить далеко не надо, дойти лишь до эспланады. Эстелла Хагенгартен приехала из Техаса, обтяпывает грязные делишки. Все это знали все, кроме Серафины. У них такая любовь была. Больше года все длилось. И пусть ее верит в свои бредни, блажен, кто верит. У него на груди была роза. Ну, наколка. Эстелла так втюрилась в него, что пошла на Бурбон-стрит и сделала себе точно такую же наколку, как у макаронника. Точь в точь. Эстелла Хагенгартен. Ах ты, это же ложь. Чего это она? Да пусть попробует. Сейчас как стукнет. Боюсь я этих итальяшек. А я не капель. Я все равно упеку тебя за решетку. Полиция! Блядь! Сука, просто гуня! Меня засадить за решетку за что? Почему? Блядь! Я опаздываю. Ну, посмевал моей дочери. Я опаздываю. Часы. Куда-то я... Оркестр играет. Я сейчас... Часы. Хагенгартен, рубашку для моего любимого здесь. Розовый шелк. Нет. Там было совершенно другое имя. Абсолютно.
Мама ушла. Темно. Я же говорю, мама ушла. А ты откуда знаешь? А, дверь заперта, ставни закрыты. Давай положи розы. Куда? А куда хочешь. Иди сюда. Хочешь, я тебя научу одному итальянскому слову? Что это такое? Это... Ну, вот это... Ну, это... Ну, вот это... Ну, вот это... Ты представляешь, я еще неделю назад не знала, что есть на свете мальчики. А ты вот и знал, что есть на свете девочки? Да, знал, что есть такие. Помнишь, что ты мне сказал на танцах? Ну, помнишь, что ты сказал? Милая, не прижимайся так. Там было народу битком и жарко в спортзале. Меня, когда подруга учила танцевать, я ей спросила, как узнать, куда партнер будет двигаться. Ну, иди сюда. Она говорит, ты должна сама почувствовать. Я говорю, как это сама? Она говорит, ты прижимайся. Вот я и прижималась. Откуда мне знать, что... Ну, что... Покраснел. Вот-вот покраснел. И вот там покраснел, покраснел. Ой, постой. И потом ты сказал, а ты красивая. А я, простите, сразу в туалет. Знаешь, почему? В зеркало посмотреться. И я увидела, что я правда красивая. Первый раз в жизни. Вот ты мне сказал, я красивая. И я стала такой красивой. Вот ты правда красивая, Роза. Роза, ты... Красивой стала я. А ты какой-то другой стал, Джек. Ну, не смеешься, не шутишь. Ну, чего такой серьезный, Джек? Ну, чего ты такой серьезный? Ну, понимаешь, ты какая-то... Ну, какая? Неистовая, ну вот, я бы никогда не подумал, что это может случиться. А это пустяки, я развяжу платок и делаю конец. Слушай, Роза, Роза, скажи, неужели все это из-за меня, а? Я ведь никто и ничто. А без любви каждый, никто и ничто. Дай мне платок, я покажу его на корабле, скажу, это платок прекрасной девушки, которая вскрыла себе вены от любви ко мне. Ты не очень гордись, ладно? Заткнись. Потому что там все больше йод. Хорошо? Не очень гордись. Заткнись. Заткнись, кретинка! Я же говорил, что там кто-то есть. Мама! Ты здесь, мама! Нет. Нет, я больше. Я умерла. Умерла. Да, это мама здесь. Тогда я пойду на улицу, подожду. Нет, нет, оставайся, мама. Тут Джек со мной. Ты в приличном виде. Почему так темно? Джек, давай открой ставни, я тебя хочу познакомить с мамой. Слушай, может, я лучше пойду? Открой ставни. Мама. Мама, ты же сказала, что нарядилась. Не надо. Джек, уйди на минутку. Ну, уйди на минутку. Не надо. Ну, иди. Что случилось? Мама! Давай. Ну, давай. Давай. Заходи, Джек. Мама с тобой хочет познакомиться. Мама. Она очень устала. Мама. Мама, это Джек Хантер. Добрый день, миссис Делла Роза. Очень рад с вами познакомиться. Мама, ну скажи хоть что-нибудь, мам. Может, твоя мама хочет, чтобы... Нет, нет. Просто мама очень плохо спала ночью. Она шьет платье. Она столько платья шила для выпускного бала. Мам, ты сколько сделала? Остань. Может быть, я... Ну да, она очень устала. Может быть, я лучше всё-таки... Нет, 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 я говорю, она очень устала. Кто это? Мам. А? Кто это?
Роза, пойди быстро закрой дверь, там был полицейский за одной неприятности. Ну-ка, ну-ка, быстро, быстро, ну. Добрый день, миссис Дел Роза. Я думал, что встречу вас на балу. Джек принес тебе цветы. Да, да. Думаю, что вам тоже понравятся розы. Мам, ну скажи хоть слово, ну спасибо хотя бы. Спасибо. Джек, опиши маме выпускной бал. Ну давай, расскажи, как все было. Моя мама сказала, что все было как в сказке. Опиши, как были одеты мальчики. Как они были одеты? Ты же знаешь, они были в синих пиджаках, белых брюках, и у каждого гвоздика в петлице. И там было три пары. Они танцевали старинный танец, минуэт, под весенние песни Мендельсона. Замечательно, правда, Джек? Они там танцевали, танцевали. Мам, они так танцевали. Одна девочка, она не умела носить длинное платье. Она оступилась и вот так села, так. Смешно, да, Джек? Правда, правда? Может, твоя мама хочет, чтобы я... А, мой приз, я забыла мой приз. А где он? Ты осталась снаружи. А, сейчас, я давай, давай. Что случилось? Ну, это из-за утреннего, ну, смотри, я сняла повязку, тут одна царапина. Ну, забудь, ну, забудь, ну, как будто все приснилось. Вот они! Смотри, что я получила. Что ты? Смотри. Энциклопедический словарь. Там есть все, от А до Я. А моя сестра чуть не лопнула от зависти. У нее просто аттестат. Аттестат. А где твой аттестат? Вот привязан. Хорошо. Положи в ящик с папиными документами. Миссис Дел Роза, вы должны гордиться вашей дочерью. Она перед всеми читала стихи. Я так волновалась. И вы знаете, она была такая хорошенькая, когда вышла на сцену. Все так и загудели. Как? Вы так представляете? Потому что ваша дочь такая хорошенькая. Хорошенькая. Интересно, что может думать мама самой красивой девушки в мире? Интересно, что может думать. Отойди от него! Я кому сказал отойди? А ты возьми, посмотри. Там был полицейский из одной неприятности. Никогда не была такого, чтобы Джек подумал. Не дело, что он подумает. Он безумный, глаза как у отца. Да, мэм, вы должны гордиться вашей дочерью. Я горжусь. Горжусь. Только память о ее отце. Вот он был барон, а вы все кто? Мама, я его уже представляла. Это Джек Хантер. Джек Хантер. Да, мам, Джек Хантер. И что надо здесь, Джек? Мама. Что мне всем здесь надо? Только мама. Развлечься, да? Расхлёбывать, мама. Кто хочет. Мне уже тошнит от этих женщин, от этих мужчин. Мама. А ну-ка, выйди, я сказала. Я поговорю с этим парнем. Ну нет, я его сюда привела не для того, чтобы ты его здесь оскорбляла. Иди, девочка, пусть твоя мама поговорит со мной. Мне кажется, она немного заблуждается. Ну как же я заблуждаюсь, конечно. Ладно, я пойду переоденусь. Мама, ну я умоляю, ну не порти мне, ну самый счастливый день моей жизни. Выйди. Миссис Дел Роза. Дел Роза, надо говорить. Миссис Дел Роза, простите, если что не так. Поверьте, я меньше всего хотел вмешиваться в чужие семейные дела. Я был 3 месяца в плавании. Корабль сейчас в Нью-Орлеане. А сюда я приехал к родным. Сестра как раз шла в школу на танцы. Она взяла меня с собой. И там я встретил вашу дочь. Так, а что же вы делали, интересно? На танцах? Да. Танцевали. А мне сестра сказала, что у Розы мама очень строгая. Она не разрешает встречаться с ребятами. И я сказал, как жаль, что вам не разрешают встречаться с мальчиками. А она ответила, а с чего вы это взяли? Тогда я подумал, что она все перепутала. И мы договорились на следующий вечер. Так, на следующий вечер. В кино пошли. Потом что? Ну, смотрели картину, ели кукурузу. Она прислала мне 12, сказала, что занималась у подруги. Прекрасно. Ну, врать я ее не учил. Так, на следующий вечер что? На роликах катались. Потом что? Потом в аптеке ели мороженое. Одни? Нет, там было битком и на катке тоже. Значит, вы меня уверяете, что наедине с моей Розой вы что, ни разу не были, да? И были, не были. А в чем, собственно, дело, я никак не пойму. Вы знаете, что в Сицилии парни с девушкой вдвоем не оставляют? Только обрученных, иначе нельзя.
Ну, здесь ведь штаты. Все равно мы сицилийцы, у нас кровь горячая. Или моя дочь девственница, или что это уже? Все? Миссис Делли Роза. Прошло. Я хочу вам сказать, даже как-то неловко. Дело в том, что и я тоже девственник. Что? Ну, подождите, как это? Ну, как это? Подожди. Да, это так. И вот сейчас в первый раз я... Что в первый раз? В первый раз я захотел любить. Что вы захотели? Любить. Подождите, это вы моряк или нет? Я не понимаю. Да, мэм. Но я всегда думал, что скажет об этом моя мама. Одобрит или нет? 2 недели назад она расчесывала укусы от москитов. Она в школу на велосипеде ездила. Понимаете, сейчас она меня замучила, что она умирает от любви. Скажите, вы что, тоже умираете, да? Да, мэм. Так вы ж дети, абсолютные дети. Я готова. А ну-ка, выйди за дверь. Готова она. Слушаюсь, мама. Вы католик, молодой человек? Католик? А что-то вы не похожи на католика. Мамочка, ну кто похож на католика? Ну как ты себе это представляешь? Ну выйди, я сказала, ну. Совсем с цепи сорвалась. Да, наверное, у всех сицилийцев такая горячая кровь. Горячая, вы этим пользуетесь. Я совсем не такой, мама. А, я знаю, что мужчинам надо. Повернитесь, молодой человек. Что сделать? Повернитесь, сказала, ну. Ну почему моряку? Брюки, в обтяжку, все видно, ну. Вы сказали, что вы католик. Ну, преклоните колено перед Мадонной. Что сделать, мам? Встаньте на колени, говорю. Ну, что еще? Ну, мама. Ну, иди, тебе сказали. Повторяйте за мной. Перед ликом Пречистой Девы даю обет. Ну, повторяйте, ну. Перед ликом Пречистой Девы даю обет. И клянусь вечным спасением души своей. И клянусь вечным спасением души своей. Души своей. Души своей. Чтобы блюсти невинность Розы. Мам! Молчи! Что буду блюсти невинность Розы. Что буду блюсти невинность Розы? Дочери Розарио Делли Роза. Дочери Розарио Делли Роза. Перекреститесь. Я довольна. Она довольна. Ну, перестань задумываться. Мам, прости, мам. Еще чего ну, не буду. Ну, поцелуй Джекера, мам. Я никогда, нет. Ну, мам. Прошу руку, целуйте. Достань бокал. Ну где ж ты ходишь? Ну не надо, я же жду. Видишь, мне понравится. Тебе это перестань. Нас зовут, мама. Подожди, подожди. Ну подожди. Чек, чек, идем, идем. Часы отдать, часы, наш подарок с Розарио. Наш с Розарио. До свидания, миссис Делли Роза. Часы. Это запропастились часы, а? Часы. Здравствуй, Серафина. Добрый день. Как ты можешь выходить из дома в таком виде? Что на тебе? Неужели это белье? Чулки спущены, голова такая сальная. Ты ее облила маслом? Вот теперь мне понятно, почему твои соседки днем не спят. Гораздо интереснее смотреть на спектакль, который ты им устраиваешь. Ты слушаешь меня? Я должен сказать, что и внешне, и внутренне ты очень изменилась. Далеко не к лучшему. Горе обычно облагораживает женщину. Но если отдаваться ему целиком, это переходит в распущенность. Я знал, что так будет. Все началось с того дня, с кремации Розарио. Уже тогда ты поступила против законов церкви. Строить дома усыпальницу и языческий манер поклоняться пеплу. Ты слушаешь меня? Ты ко мне, да?
Да ко мне, вы пришли ко мне, как прекрасно. Зачем? Вы же знаете, что я все бросила давным-давно нишню. Что вам здесь делать? Ни о чем здесь убирать отсюда, куда хотите. Они тебя ничем не задели. Они только за этим пришли. Они думают, что они знают что-нибудь. Знать-то им нечего. У меня нет этого, понимаете? Нет, нет, нет. Так ты позвала меня утром? Утром вас звала. А сейчас полдень. Я был занят, я крестил младенца, внука нашего мэра. Ну, конечно, мэр, это фигура Серафина кто? Вообще никто, ноль. Ты не приходишь на исповедь. Не прихожу я к вам на исповедь. Ой. Что такое, ты наступила на что-нибудь? Ни на что не наступила. Пойдем в дом. Не пойду. Промоем ногу? Не могу, нет. Серафина. Ну что, ну что, ну что, ну? Я хочу пить. Ну, входите. Входите в дом, кран в доме, вали сколько хотите. А почему ты не можешь войти в дом? Да я не могу туда зайти, там нечем дышать. Там есть чем дышать. А я говорю, что нечем там дышать. Это ты, ведьма. Это все из-за тебя. Ну-ка пошла. Прочь с моего двора! У тебя нет друзей, Серафина. Но ты ведь молода. Ты ведь молода, ты можешь любить. Можешь иметь детей. Я ведь помню, на Пасху ты пришла к заутренне в голубом платье, как будто бы закутанная в голубое небо. Как гордо ты шла тогда. Слишком гордо. А сейчас ты ходишь, сутулишься, шаркаешь ногами. Ходишь в отрепьях, знакомых никого, с соседками ты не знаешься. Что мне с ними знаться? Что это за женщины? Им всего-то ничего, двухспальная кровать, их давным-давно на чердаке, в доме спят по моде, на доспальной, на животе. Остановись. В жизни их ни красоты, ни смысла, только чтобы холодильник был в доме, телевизор, вот это все, женщины. Разве может быть, господи, такие женщины? Разве вот мужчинам с другими, с такими женщинами, им только напиться, нажраться, отпустить брюхо, наставить жене рога, все! Потому что никто настоящей любви не знал, понимаете? Никто не знал красоты. Никто не знал смысла жизни. А я знала. Я знала. Любовь всегда была для меня как молитва. Могу. С ума сойду. Я все время вижу, все вспоминаю. Но это счастье, чтобы он, мое вечное счастье, меня обманул. Это уж не может быть, правда? Это уж не может быть, Мадонна. Ну что, все смотрят, все смотрят. Ах, смотрите все, да? Все вы все знаете, а да я не знаю, да? Ах, вы курицы, вы мокрые. Вот о вас, мерзавки! Во всех домах над тобой смеются. Прекрасно. Давайте все вместе. Я сама над собой смеюсь. Давайте. Ну, посмейтесь. Дети, ну, давайте посмейтесь. Ха-ха-ха. Ну, посмейтесь. Ну, подумай о дочери. Вы думаете о моей дочери. Аттестаты ей выдаете. Аттестаты их дарите. А что она в школе ты научился? Она научилась, как кто-то сзади себя тянет перед мужиками. Боже, ни черта там не знает. В этой школе. Они же этих девочек. Они же их губят. Там она сидит, вот человек-моряка на ее прежней женщине, посмотреть, стыд у нее же все обтягивает. Вы же понимаете, а сейчас она уехала на какой-то пикник, непонятный пикник. Это школьный пикник под наблюдением учителей. Да эти учителя, старые девы, там первые как начнут буйствовать. Серафина Долороза! Я приказываю тебе войти в дом. Хорошо, я пойду. Отвечу. Отвечу тебе, если смогу. Вы сможете. Вы можете, конечно, потому что ведь вы были исповедальником Розарио. Да, был. Падре. Он вам говорил что-нибудь о женщине. Серафина. Ты что, не знаешь, что такие вопросы нельзя задавать?
Я не могу нарушать законов церкви. Тайна исповеди священна. Батюшка, я вас очень прошу, скажите. Я скорее не могу, я сойду с ума. Оставьте. Я сойду с ума от тоски, от сердечной муки. Я эту урну разобью. Я весь пепел вытрясу, понимаете? Это же пепел моего мужа. Серафина, что я могу поделать? Ты не веришь фактам. Каким? Каким фактам? Каким? Кто, кроме меня, знал мою любовь, мою Розу? Кто? Когда Роза увяла, когда жизнь закончилась, конечно, пришло их время, они же врут все, понимаете? Они-то просто они хотят разбить урну моими руками, потому что я знала красоту, я знала счастье. Какие факты? Вы от свинности черная. Почему? Потому что истинные факты, они неизвестны никому. Серафина, люди смотрят. Да плевать, давно хотел сказать все, что мне накипело, я вас не отпущу. Я что, должен звать на помощь? Зовите на помощь, я вас не отпущу, пока вы мне не скажете. Я вас очень прошу, падре, скажите Серафина, мне. Серафина, ты недостойная я женщина. Я недостойная, но я женщина. Ты не женщина. Ты животное. Я животное. Хорошо, хорошо. Ну, ладно, тогда кричите на весь квартал. Кричите всем, что Серафина недостойная женщина, а она животное. Она нападает на священника. Она сорвет с него рясу, если он не скажет ей, что городские шлюхи лгут. Полиция! Заприте меня куда-нибудь! Арестуйте меня! Хорошо, заприте меня куда-нибудь! И я не разобьюсь! Не могу больше! Оставь меня! Оставь меня, старуха! Заприте! Добрый день, леди! Добрый день, леди! Добрый день! Я продаю одну новинку, которую лишь несколько счастливцев смогут купить по так называемой предварительной цене. Понимаете, что это значит? Цена ниже себестоимости, занижена специально, чтобы познакомить с нашим товаром население всего побережья. Леди, отдаю вам прямо в руки. Эта штучка совершит революцию. Американские домашние хозяйки будут счастливы. Обычно я отдаю товар продавцам, но что-то случилось с моей машиной. Я остановился починить ее и увидел, что вы вышли подышать свежим воздухом. Дай, думаю, загляну. Эй, ты! Сука, поди сюда! Леди, у этого предмета весьма обманчивый вид. Он компактен и занимает немного места. Ну ты! Не нукай, не лошадь! Итак, леди, будьте внимательны. Сейчас вы нажмете кнопочку. И... Ну ты! Поди сюда! Ты что делаешь на повороте? Мне с автострады пришлось ехать! Что, надрываешься, макаронник? Я не макаронник. Спагетти. Я не спагетти, я человек! Я шофер, вожу бананы на грузовике для южной фруктовой компании, чтобы на жизнь заработать! А не для того, чтобы ковбоев и индейцев на шоссе с лихачами разыгрывать! Здесь отпис Кристиан Автострада в 4 ряда. Я ему сигналю обгоняй. А ты хвост пристраиваешься, чуть-чуть. Итальяшка вопишь, сукин сына, на повороте делаешь обгон. Так что мне остается только что съехать с шоссе. И меня же еще сукиным сына называешь. Нет, я этого так не оставлю, раз ты здесь остановился. А ну, унимай сигару изо рта. Кому сказал? Ну! Вынимай сигару! И не подумаю. Тогда я сейчас сам выну. И в глотку тебя загоню. И пускай увольняют за драку. У меня трое на руках. Я все равно полезу драться. Пускай увольняют. А ну, вынимай сигару изо рта! Ну, кому я сказал? Вынимай сигару. Пу! Вот, вот так вот. Ты понял? Понял, иди сюда! Ну иди сюда! Ну, иди! А-а-а! А-а-а!
Я запомнил твой номер. Я хозяина твоего знаю, макаронник. Да задавитесь вы с ним оба. Леди, мне очень в дом нужно.